Всем привет, с вами Транзитус, и мы продолжаем играть Need for Speed Unbound. И в этой серии у нас доставка Ferrari 488. Я даже не знаю, как это назвать. Писта. 19. Желаю всем приятного просмотра, отличного настроения. Погнали. Доставить машину. Riddles Riders. Ну, это наши, которые товарищи гаражи. 6 штук бакчейнских. Золото. Минус 45. Что, доставим с вами? Ну, погнали. Ferrari. Только сам главное не врезаться. Ох, там будут такие резкие повороты. Да, там сорян за прошедшее видео, там микрофон, настройки сбились, все фильтры слетали. И из-за этого и класса не было это. Так что там в конце видео-то я немножко подправил этот момент. Ну, бывает. Воу-воу. Ричи, 20 секунд, что в полете? Ой, заправочку проехали мимо. Там что-то на заправку новую можно было открыть. Блин, вот это Феррари. Ой, еще одна заправочка. Какой новый район приехали, что ли? Оу, финиш! Машина доставлена. 6000 бачинских, 3500 опыта. Награда. Их и опыта. Ну, отлично, чё. Доставлен босс. Да, и клиент на седьмом небе от счастья. Есть у тебя минутка поболтать. Так, у нас здесь есть, значит, такие гонки. Вот есть здесь гонки. Вот я думаю, так, сколько у нас там нормально еще есть, можно погонять. На горизонте 12 тысяч. Ну, это уже мы гоняли такое, да? Конечно, гоняли. Здесь какой-то риск есть. Старая городская дорога. Здесь еще нужен Б-класс, а Б-класс у меня, видимо, как обычно, нету. Так, что у нас здесь? Здесь у нас гонка прохождения поворотов. Ну, короче, дрифт, шмрифт, наверное, да? Как это, я не готов. Так, здесь Б. Здесь что у нас? Тоже дрифт. Это что у нас? Такая гонка с риском, бросок называется. Блин, такие повороты в начале. Ну, это можно, конечно, здесь там тоже расскажу. Здесь что у нас? Спринт, слив. Сейчас здесь что у нас? О, а это что такое? Вист и крик. Работа по доставке от Райдл. А, о, давай еще сюда смотаемся. Точно, да? Доставочку сделаем, блин, что там? Прям прогонякаем. Ну, давай, погнали. Talk my Tess about you and yes, got me thinking. About what? I've had a lot of sleepless nights over what happened. What I said, what Yas said. Yeah, it was pretty brutal. Not you, I mean just everything. Yeah, I wasn't kind. Она была сразу о плюсах, но как вы помните, да, Лансер. But I'm glad I still have you. Always. Well. As long as you keep sending me these jobs. О, они там они болтают, как всегда. I always knew you had a mercenary streak. Later. До скорого. Ладно, я придется погонять. Ну, на всем получше Audi. О, награда 6000. Еду. Please tell me you bought me a pony. I mean, it got some horses under the hood. Nissan Silvia. You up for it? Ooh,
A chance to perfect my drift. Drop me the pin. Сейчас его этому гаишнику на поддонок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так вот. Еще один. На тебе. Опасные шашки. Заработал там эти штуки. А. Вот у нас еще тачка. У-у-у. Это у нас что там такое? Сейчас посмотрим, что это у нас такое здесь. А, я так подумал, что это. А, ну Инга, что-то я слышал, там Nissan Silvia. Спикер Air 02 года. Бомба. Престиж по-чински. Вообще зверюга. Нормально такая. Заряженная. Ну, нормально там она вкладывает. Как это не зря считают, что Nissan Silvia, и там тачка для дрифта, король из тачек для дрифта, там даже это самое Форсаж, помните, токийский дрифт. Здесь же был намек даже в игре на это. О, нормально она вкладывает. О, еще заправочка. О, сейчас секунду. Ой, сейчас продолжаем. Ну, мы уже почти... Ой, мы же еще почти не приехали, а уже время там осталось, мне еще. На золото, да, ты точно есть. Мы успеваем. Шесть бочинский. Награда. Что-то написано, награда. Доступно для покупки. Ну да, 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 можем теперь купить. Happy customer? Check. Happy Nissan? Check. Happier Rydell? Есть. Довольный клиент. Check. Have I told you lately what a fantastic job you're doing? I am, right? Hey, do we have an employee of the month? Like rewards and stuff? Yeah. You don't have to clear the possum trash for a week. Gee. Thanks, boss. Peace. Help just knocked us. This racer punk is in a Mitsubishi, dispatch. This is dispatch. We've just received reported sightings of the suspect at Southland Drive. Patrol here. Can't let you guys have all the fun. Вот собака увернулся. Я скрылся. Ну, понятно, я знаю.
что мы здесь посмотрим на с вами. О, народ, давай разбегайте. О, у нас здесь с вами ритуар. Нормально. Так, где вообще мою машину-то хоть? Я даже не вижу. А вот и гиля. Ладненько, закончим эту серию. Всем спасибо, всем пока, всем удачи, всем бобра.